Всем вновь привет, с вами Артур, и мы продолжаем проходить Demon's Souls. Мы в живой форме. Кстати, мне сказали, что если умираешь в живой форме, то в том мире, где ты умер, становится все проходить сложнее. Что ж, это очень замечательно, и теперь я понимаю, почему мне так сложно после того, как я в живой форме умираю. Но, тем не менее, я пойду в обелиск Стального Паука, и пусть мне будет сложно, пусть меня убивают, я пойду до босса. И если меня убьют в живой форме, то там станет невыносимо, и мы пойдем, как обычно, куда-нибудь еще. Как минимум один босс у нас еще есть в одном местечке. Первый, который в пятом мире. Может быть, там мне повезет. Ну а пока будем закалывать ублюдков. Ящерку. Хочу ящерку. Стой, сучка. Отойдите, это моя ящерка, ублюдки. Не ешь траву, пора отскакивать. Пора... О, боже мой. Поздно. Это что за говно? Боже мой, я не понимаю, что здесь происходит, но это тяжело стало. Или просто неосторожность моя. Чё вы, ребята, тут трётесь? Мешком хотел меня огреть. Пока. Пока. Ублюдки. У меня Шучигатана теперь плюс 5. Что вы хотите мне сделать? Ой, там еще эти взрывающиеся. Ну, блин, надо было начать сначала, там ведь путь был. Ой, как вас тут много. Стоп вас всех. Всех убью. Надо было стрелку купить. Ах уж вы, ублюдки. Ублюдки, ублюдки, ублюдки. Всех порежу. Серьезно? Вы думаете, я поверю, что вот это говно не шевелится? Что это за говно такое? Ладно. Ну тут пока идем. Что-то перехотелось.
А выбора-то и нету. Ну тогда вперед. Оп. Что-то мне не нравится это все. Где я могу теперь-то спрыгнуть? Падение, кольцо падения с больших высот. Вот что меня тут спасет. Ну или я просто и так спущусь. Кольцо сопротивления болезням, класс. Там что-то светится. Вот, жаль. Ну ладно. Так, залезай. Серьезно? Нет? Там еще ниже спуск. Я хочу тут залезть. Говно. Мы пошли дальше. Ох, долгий спуск вниз. Ой, я попал. Ой, зря я это сделал, наверное. Может, получится. Как она медленно спускается. Что-то меня там внизу что-то ждет. Что-то не очень хорошее. Что-то большое. Ой, не нравится мне это. Так долго спускаться, что погрести. Так, я хотел взять, я хотел взять. Твою мать. Прям в рожу тебе. Подозревал, я подозревал. Ублюдки. Все ваши останки разнесу. Ну,
Лук и правда их пробивает знатненько. Туман. Зря я сюда иду, да? Нифига вы испражняетесь. Сто 65 с одного дают, неплохо. Божьи длани, божьи длани. Ну ладно. Предположим, что я в какой-то непонятной жопе с червяками. И они хотят меня кислотой облить. Только не говорите, что это уже босс. То есть я не буду готов к этому. О боже мой. Саново бич. Да и пусть меня это спасет. Успехов! По лаве тоже бегать не стоит. Ну не так, чтобы сильный, но у него много здоровья. А у меня много травы. Сосай валка.
меня нету никакой тактики против него. Я тупо бью его по жопе после его действия. Похоже, то, что у меня кольцо и щит против огня, меня нехило так спасает. Или я не прав? Ну, он такой демон веселый. Ух-ух-ух. Это уже серьезный босс. И долгий. Как раз под часть подходит. Пятьдесят три урона ему наш удар, мой кошмар. Ты мистер Саламандр. Может, стрелять по нему лучше? Ну, красавец, красавец. Нравятся мне его атаки. И он поступает примерно как я. Атакует, отходит. Это серьезный был момент. Да я не вижу ничего, отвали. Даун. С ним стало посложнее.
и временами я ничего не вижу. Благо травы хватает, но выносливости не очень. Насаживает, дай боже, если вдруг кто-то не понял. У меня такое чувство, что он становится сильнее. Он горит уже просто. Тяжело. Есть, тварь. Фух, сейчас мне нужна секундочка, перерывчик. 5 секунд. Так, все, я тут. Фух. 30 тысяч душ есть. И это еще один босс. Я не ожидал, что я дойду до него, я не ожидал, что я убью его. Ну, и под конец он начал давать жару только так. Хорошо, что у меня получилось. Меняем кольцо. Жесть какая-то, блин. Невозможно.
что за кольцо я носил? Вот это. И регень меня, колечко. Там, наверное, еще последний лок или еще две. Хотя, я не знаю, вот после тумана такого сразу босс или нет, потому что в первый лок я просто не могу туда пройти и не могу знать, а тут... Фух, ладно, возвращаемся в Никсус и кучаем левелушечку. Фух. Выебали меня так хорошо, я аж устал. Давай, давай, давай. Придется по второму миру еще погулять, потому что я там не везде был. Do come.